Власти США недовольны президентом Украины Владимиром Зеленским и ищут ему замену, сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки России. По данным СВР, в американской элите растет недовольство Зеленским. В демократической и республиканской партиях все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев, уточнили в службе. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины, отметили в СВР. В службе считают, что украинский президент перешел к лихорадочным действиям, чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий. В этой связи в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, отметили в СВР. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.